Мужики, всем привет! В общем, привезли мне мост на тракторок. Будет переломка. Второй тоже есть, но этот интереснее. Интереснее чем? Чулок согнутый. Вот я не знаю, тут как показать. Мелом так по шву прошелся. Вот согнут он примерно где-то вот в этом месте. Вот так вот. Туда. Вот. Как-то так. Ну ничего ему еще не делал. Вот это как было. Это вот кто-то срезал резаком все. Не было ни для колодок, ни барабанов, ничего нету. Вот. Это полбеды. Можно там предположить, что колесо там открутилось, да, упал он. Либо там еще там что. Почему согнулся чулок. Вот. Но самое интересное, это вот эта сварка. На чулке здесь и здесь. Ну, соответственно, то же самое у нас на редукторе. С этой стороны вот что-то отпиливали. Была какая-то здесь то ли раскосина, то ли я не знаю, что здесь было. В общем, с этой стороны может уголок, может труба. Ну и, соответственно, было вот с этой стороны. Это тоже отпилили. В общем, как-то здесь усиливали редуктор, не знаю. Я даже боюсь предположить это, представить на автомобиле вот эти вещи интересные. Мало ли, что тут было. И вот это сало сейчас повыжигаю резаком. Так, чтобы хотя бы было, можно было в руки брать. Повыжигаю сало щеточкой, почищу. И герметик вот вижу. Герметик. Прям так жирненько намазано герметиком. Вот. Ну, здесь сварка, походу, ее даже не отпиливали. Она от чугунины сама отскочила. Ладно, сейчас обжигаю. Щеткой счищаю вот это все. Потому что даже бензин не хочется портить на вот эти вещи, чтобы все это отмыть и почистить. Так, ну вот, 5 минут работы резаком и минут 5, наверное, щеточкой. Обычная вот, вот такая щеточка. Уже и подыстертая, тут половина отпилена. В общем, абсолютно сухой, чистый. Редуктор уже приятно брать в руки. Болты сейчас откручиваем. Смотрим состояние. Ну вот это вот, конечно, интересное решение. Мне аж прям не терпится посмотреть внутрь. Так, ну достал полуоси. Полуоси отличные вообще. Замечательные. Что одна, что другая. Я бы даже сказал, ровненькие. Вот. Подшипники вообще идеальные. Так не закусывают. Люфта бокового, да, или как там его называют. Вообще не ощущается даже на ощупь. Шикарные полуоси. Вообще к ним претензий нет. Сейчас будем смотреть редуктор. Сейчас возьму что-нибудь, чтобы его положить. Так, принес барабан. В общем, сейчас посмотрим. Опа. Ой, сколько тут грязищи. Ну-ка. Это капец. Вот она, каша. Смотрите. Прям жмутом. Вот хороший такой мост. Рабочий. А вот самое интересное. Еще сейчас посмотрим. Тряпочку возьму. Что-то с этим мостом точно было не так. В общем, вот одна сторона, а вот другая. Или редуктор открутился, и он прошелся вот этими шестернями. Вон там. И там, соответственно. Даже не могу
и предположить, что могло пойти не так. Вот где тут загнутая эта сторона. Такое ощущение, что полуось касалась вот этой штукенции. А тут отлично, тут все ровненько. Вот на согнутой части все ровненько, а здесь почему-то так. Как-то что-то не то. Ну, я не говорю, что именно с этим редуктором что-то произошло. Возможно, его поменяли и как-то его усилили вот здесь. Вот такая вот интересная штукенция получается. Так, ну отмыл я внутри вот этот чулок. В общем, что хочу сказать. Видно, да? Оно, оказывается, все это дело пробито насквозь было. Вот. Тут пытались заварить сваркой, но, видать, все равно раковины есть, хорошие такие раковины. И, скорее всего, отсюда масло фигачило, поэтому он был вот это вот весь в сале. Но здесь еще более-менее как-то затянули, заварили. Видно, что раковин нету. С этой стороны пойдет. Так, что еще хотел показать. Вот. Мало того, что он согнутый вот так, так он еще согнутый и вот так вот. Поэтому, скорее всего, его согнуло. И редуктор начал долбить вот сюда. Вот, потому что его согнуло вот так. Наверное, для этого и приваривали к редуктору раскосы, чтобы он как-то держался и не выворачивался. Короче, я не знаю. Чулок интересный. Стоит ли вообще его использовать дальше? Как-то так. В принципе-то он обрежется, укоротится. Это не критично, но история у него, конечно, интересная. Вот.